Это от имени двух громад, но просто о том, что схема Днепропетровской области, то есть за счет денег, то есть сегодня облавтодоры неэффективно работают, вы же цифру покажете, 200 миллионов гривен не осваивают облавтодор. Причина какая? Нет материальных баз. Коблево и законсервированное подорожный отдел есть, пока мы создаем материальную базу, и вот эти еще раз говорю, дороги, которые находятся у них на балансе, за которыми они следят, мы передаем. Ежегодно не осваиваются в области, но это вообще глупость, понимаете? И нам всего лишь надо применить Днепропетровский опыт. Отказываемся от услуг облавтодоров, создаем такую структуру в районе. Грубо говоря, эти деньги, включая на содержание, передаются губернатору уровня достаточно. Днепропетровский опыт показал. В виде эксперимента.